Всем привет! Вот наступила весна. Сейчас охота на бобра открыта. Вот приехал посмотреть, подышать свежим воздухом. Заодно посмотреть, поохотиться на бобрика. Есть небольшие выходы. Но слабенько, так неактивно. Но раз приехал, все равно посижу, посмотрю. Вот по этой канаве они передвигаются. От хатки к хатке. И грызут ивнячок. Вода низкая, потому что там плотины ниже по течению. Их мы разбирали, чтобы они не наносили урон такой лесу. То есть надо посмотреть. Покараулим бобра. Посижу. Охотиться будем вот с этим оружием. Это 223 калибр. Оптика очень даже хорошая, очень точное оружие. Пуля вес 3,2 грамма. Хорошая пулька такая, полуоболоченная, вот такой вот. Наконечник у нее такой пластиковый. Это производство фирмы Сако. Так что смотрим. Оружие — это такой спортивный приклад ГРС производства норвежского, очень удобное в использовании. Подсчетчик регулирующийся, светящаяся постоянно точка оптики. Здесь, то есть, вот таким оружием здесь и задник регулируется. Подсчетник регулируется. То есть красавец ружье. Вот здесь кнопочки нажимаются выше, ниже, также задник приклада тоже. Журавли кричат на болоте. Весна, все пробуждается. Красота. Самое прекрасное время такое года. Интересное. Так, ну вот решил перебраться на другое место, посмотреть здесь бобра. Здесь уже вода побольше. И там должна быть хатка. Смотрите, как далеко просматривается. Резкость, параллакс так называемый, очень удобная вещь. Смотришь, конечно, продвигаться хатка. Тут тоже не вижу, что было что-то такое. Выходы. Свежие погрызы. Так, ну вот тут занимался немножко парень. Уже видно свежее.
лет. Цапля летает. Вот бочара какой ходил. Там проходы. Проходы. Парень по этим протокам идет дальше в лес. Ладно, не смотрю, он куда выходит. Ты понял? По этому проходу он плывет. Он может кормиться. Тут он может кормиться. Выходить. Ага. Кормится здесь. Здесь зимой лоси обкладали осину полностью. Здесь бобрик кормился. Бобрик. Здесь бобры свалили, лоси обладали. И бобры тоже обладали. Друг дружке помогают. Здесь там 100% движется. Бобрюлька. Здесь посидеть. Здесь буквально 30 метров хатка. Посмотрю. Может появиться, а может и не появиться. Хатка есть, но выходы, я бы сказал, слабоватые. Слабоватые выходы. Вот погрызы, видишь? Свежие погрызы этого года уже весной. Там старые. Уже стемнело, бобра так и не было. Может быть, погода не то. Так что сегодня так подышали. Уже вальшник летает, гуся много идет на море. Стемнело, может быть, ночью будет, но уже темно. Так что пока, до следующего раза.